Всем привет! Виктория нашла грибы. Выкручивай. Веселка. Ух ты! Куда побежала? Какая классная. Покажи, донышко, какой у нее там корешок. Вот корешочек. Такой, да. Огроменное яйцо. Не дадим ему выстрелить. Аккуратненько замотаем, тряпочку, возьмем с собой. Да. Возьмем. Ура! Положим с собой мягенько. Идем, ищем грибочки. Да. Такой длинноногий. Ух ты! Чистый. Я нашла шампиньон. Да. Который ест слизень. Пахнет такой древесиной. Зонтик. Самый первый тут в этом лесу. Вы когда-нибудь встречали вот на таком уровне на дереве печеночный гриб? Давай посмотрим, что там. Хороший такой, вообще прям смотри. Плотненький такой. Прям идеальный. Идеальный печёночный гриб. И снизу вообще классный. А снизу? Да, хороший. Ой, прям так. Хрустнуло так? Да. Да, хорошая. Да. Плюх! Плюх! Вот один хороший прям рейшик такой, да? Ну, нет. Кстати, нет. Он уже порченный. Видишь, какое донышко у него. А этот прям на длинной ножке. А этот чистый. Прям как этот. На трубку похоже. Или похоже на какой-то половничек, поварешечку. А вот этот плохой уже. А этот сейчас мы срежем. Вот она классная такая. Красотка. Скажите, что это? Вот он. Один не очень хороший, а другой хороший, видишь? А-а-а. Это стебель такой или он на палке? Ну это вот его ножка. Корешок и ножка, да. Вот этот вот грибок полностью применяется. Мы сегодня прямо от души набрали печёночного гриба. Все счастливы. Такого количества мы еще не встречали. Шикарные, свежие. Ух ты какая! Класс! Вообще супер! А с этой стороны? Чистая вообще. Угу. Ничего, такая хорошая. Вот он наш красавчик. Он никуда даже не переместился с прошлого года. Как валялся, так и валяется здесь. Никому не нужный гриб. Такой яркий, красивенький.